Времени. Добрый день, уважаемые зрители. В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Жду вашей реакции. Итак, плюсики пошли. То есть я понимаю, что с трансляцией все нормально. Ольга поставила свой плюсик на нуле, Ирина, Роман. Так что нам пора начинать. Итак, первое, что мы должны сделать, обсудить Форекс-календарь. Для этого на главной страничке компании Alperi заходим в раздел «Аналитика Форекс», выбираем календарь событий от FX Street. И давайте вспомним, посмотрим, что у нас должно было бы выйти вчера после нашего аналитического обзора, что у нас впереди. И потом мы перейдем к торговому терминалу МТ4, чтобы обсудить, как все эти события, индикаторы, могут помочь нам при торговле на валютном рынке. Итак, значит, сегодня четверг, вчера практически был выходной день в США, день независимости, то есть большой праздник для американцев, соответственно, во второй половине дня торговля проходила при низкой ликвидности, индикаторов конечной статистики не было. Сегодня рано утром потихонечку открылись рынки в своем нормальном, полномасштабном таком формате. Выходила статистика по Швейцарии, инфляция вышла в годовом и в месячном выражении в соответствии с ожиданиями. Состоялось выступление главы Банка Англии Марка Карни. Конечно, оно не затрагивало текущую денежно-кредитную политику Банка Англии. Там речь шла о протекционизме в мировой экономике и каковы в целом перспективы. На самом деле интересная речь. Я частично там начал ее читать, буду дочитывать. Там около 10 или 20 страниц, я уже не помню. Не так их много на самом деле. Так что речь достаточно интересная. Что у нас практически выходит сегодня? Через 2 минуты отчет ADP по уровню занятости. В целом хочу сказать, что предполагается, что число новых рабочих мест, которое было создано в предыдущем месяце, то есть в июне, составит примерно 200 тысяч. Так что вполне вероятно, мы имеем право предполагать, что прогнозное значение оправдается через 2 минуты, что именно примерно на этом уровне выйдет ADP отчет. Конечно, это не тот самый главный индикатор, который определяет направление доллара, но в известной степени маленькую волатильность по доллару может появиться. Потом традиционно первичные и вторичные заявки на пособие по безработице. И во второй половине дня, ну это уже через 2 часа получается, мне будет очень интересно, какая статистика выйдет по сектору услуг от Market и от ISM, соответственно, в 16.45 и в 17.00. Потому что оказывается, что в промышленном секторе первая оценка была немножечко заниженной, а вторая оценка оказалась значительно лучше. Вот мне самому интересно в целом, как выглядит американская экономика согласно отчетам Market и ISM. И именно последние ключевые индикаторы мы увидим сегодня. Также вечером публикуются протоколы последнего заседания Федрезерва, то есть это так называемые минутки. Они по определению не всегда вызывают волатильность на валютном рынке, но иногда могут создать волатильность на рынке, учитывайте это событие. Когда, как там 50 на 50, может быть вероятно, что будет волатильность после публикации данного документа или не будет, увидим в это время. Ну, я всегда учитываю это событие, то есть при торговле я знаю, что в это время нужно посмотреть на графики, то есть нужно быть в своем торговом терминале МТ4, если есть такие хотя бы краткосрочные обязательно, даже если там среднесрочные позиции. Итак, завтра утром выходит индикатор в строительном секторе от Австралии, расходы домохозяйства по Японии, индекс опережающих совпадающих индикаторов. Почти ничего интересного на самом деле по Европе нет в первой части дня, а потом будет наш следующий обзор. Хочу сказать, что здесь отсутствует один индикатор по Европе от IHS Market по розничной торговле. То есть индикатор на самом деле этот вышел примерно там 177-200 тысяч, то есть вблизи ожиданий.
Так, индикатор здесь отсутствует, но вышел индикатор по розничной торговле от IHS Market. В некоторых странах Евросоюза наблюдается улучшение внутреннего спроса, то есть темпы роста повышаются, также увеличивается занятость. Поэтому хочу сказать, что согласно последним индикаторам, которые выходили по Европе, и это на первом месте, давайте я сейчас еще один раз покажу в календаре, в календаре, и для этого я собираюсь отфильтровать и показать, какая статистика выходила на протяжении недели. Значит, мы возьмем еврозону. Хочу показать, что согласно индикаторам Market, хотя и маленький, здесь есть такой отскок в экономической активности в еврозоне. И, соответственно, давайте даже я это на Market покажу. Вот он, сайт Market. Мы возьмем составной индекс Евросоюза. Сейчас я его найду. Вот он, Eurozone Composite. Конечно, мы первую оценку видели две недели до этого, но сейчас еще раз хочу напомнить, что вот смотрите, уважаемые зрители, что если мы возьмем вот эту зеленую линию, видно, что здесь, может быть, в мае сформировалось дно. То есть в мае сформировалось дно, и потом, соответственно, в июне маленький отскок. Конечно, это в пределах потенциального восходящего движения по экономической активности в Европе, потому что вот она впадина, вот она следующая, вот третья. Вот эта впадина, конечно, если здесь будет такая впадина, все равно она будет выше предыдущей. То есть это говорит о том, что темпы роста европейской экономики могут приблизиться к 0,5%, к 0,6% в годовом, в квартальном выражении, соответственно, это примерно 2-2,5% в годовом выражение, соответственно, это полностью в соответствии с ожиданиями Европейского центрального банка, и это будет неплохой экономический рост. То есть я хочу с целью на это обратить внимание, потому что сегодня и тот индикатор, который я прокомментировал, и отсутствует здесь от Market в календаре, он по розничной торговле, он подтверждает вот это стабилизация в темпах роста европейской экономики. И, конечно, мы еще в конце июня, точнее во второй половине июня, когда выходила первая оценка по этим индикаторам, вот она практически, эта первая оценка, мы еще тогда говорили, что может быть снижение евро, вот это давление на евро в паре евро-доллар, конечно, сохраняется и сохранится, на мой взгляд, в ближайшее время, но снижение евро, также и британского фунта могут замедлиться, то есть эти пары могут получить маленькую поддержку, и видно, что и в Великобритании, согласно Market, на этой неделе также вышли вот такие схожие индикаторы, которые говорят, что здесь может быть формируется дно. Хорошо, на этом у меня по календарю все. Жду ваших конкретных вопросов в чате. Если они есть, пожалуйста, уважаемые зрители, пишите. А так, для всех зрителей еще раз хочу сказать, если у кого-то там что-то не так с трансляцией, Ctrl плюс F5, просто обновите вашу страничку. Да, Иванов Михаил пишет, что ликвидность рынка из-за праздников в США очень низкая по большинству инструментов. Ну, скорее всего, уже потихонечку сегодня, через несколько минут, потихонечку большие участники на американском фондовом рынке, которые действуют, появятся. Так что волатильность должна повыситься, то есть ликвидность должна повыситься. Вы знаете, даже здесь я это комментировал вчера, что специалисты, эксперты IHS Market предполагают, что действительно при таком экономическом росте ЭЦБ имеет право закончить в конце года программу стимулирования, то есть выкупа активов. Хорошо, поскольку я понимаю, вопросов нет, соответственно, нам пора переходить тогда к графикам, начиная с долларового индекса, поэтому я открыл свой MT4. Итак, на долларовом индексе на данный момент ничего такого значительного по сравнению с вчерашним обзором на месячном таймфрейме, ничего не могу нового добавить. Обращайте, на самом деле, внимание на вот эти свечи, если вам
интересен тот свечной анализ, который я провожу, можете его также применять. То есть видно, что текущие свечи пока максимум не поднялся выше предыдущей. Также напоминаю, что последняя свеча за месяц июнь, хотя имеет минимум и максимум выше предыдущих, эта свеча уже не настолько ярко бычья, как, например, вот эта бычья свеча, которая была на фоне этой, а также не настолько ярко бычья, как вот эта бычья свеча в апреле, которая зафиксировалась, была на фоне вот этой медвежьей свечи, которая была в марте. То есть это все говорит о том, что здесь и с точки зрения свечного анализа на месячном таймфрейме мы видим, что замедляются темпы роста доллара. Конечно, давление со стороны доллара на евро на данный момент сохраняется, но темпы роста замедляются. Мы это прокомментировали в начале недели. Итак, на weekly таймфрейме ничего интересного. На дневном таймфрейме, напоминаю, мы все время тестируем вот эту ключевую вершину внутри нисходящего тренда, который мы рассматривали до начала или до середины апреля, получается. Конечно, он чисто информативно у меня находится на графике, он не актуален. Поэтому все-таки еще раз хочу напомнить, этот нисходящий тренд просто мы пользуем для того, чтобы увидеть, где находится вот эта ключевая вершина. И мы сейчас его все время тестируем. На H4 находимся в пределах восходящего движения. Видно, что впадина, если здесь сформируется, она будет выше предыдущей. Однако на данный момент пока еще нет ни малейшего сигнала, указывающего на обратное движение внутри восходящего движения. То есть пока еще график на мелких таймфреймах идет вниз. То есть на долларовом индексе позитив у доллара сохраняется. Но пока еще нет ни малейшего сигнала на мелких таймфреймах, которые говорят о том, что рост долларового индекса начинается. Вот как классически мы обсуждали эти графики. Восходящее движение, коррекция. Выход из коррекции, возобновление восходящего движения, коррекция. Выход из коррекции, перечеркиваем его, начало роста. Конечно, здесь у меня график не обновлялся, поэтому не так хорошо видно вот это движение. Сейчас мы все-таки до вчерашнего обзора наблюдали, что нет коррекции, а просто идет движение в бок. Однако на данный момент уже видно, что можно нарисовать очередную коррекцию. Вот, грубо говоря, может быть где-то вот так. То есть эта часть графика у меня будет немножечко гибкой, потому что здесь было несколько таких моментов, когда график не рисовался, и, соответственно, на этом шаблоне я не могу так, на этом графике не могу хорошо нарисовать этот шаблон. Но логика понятна, что после восходящего движения сейчас идет коррективное. Те, которые доверяют вот этому восходящему тренду, который на H4 есть в долларовом индексе, если собираются когда-то покупать доллары, лучше дождаться практически формирования впадины, которая будет показывать и говорить о том, что возобновляется восходящее движение. Чтобы на H4 сформировалась впадина, необходимо, чтобы хотя бы на часовом или на 30-минутном таймфрейме мы вышли за пределы вот этого коррективного движения. На данный момент такого сигнала нет. Пара евро-доллар. Та же самая ситуация, как в долларовом индексе. Грубо говоря, долларовый индекс – это перевернутая пара евро-доллар. На месячном таймфрейме видно, что мы текущая свеча, она не обновляет практически максимумы и минимумы предыдущие, то же самое в долларовом индексе. Также напоминаю, что вот эта последняя свеча, как и в долларовом индексе, она выглядит не настолько медвежьей, как, например, вот эти все свечи. Все это говорит о том, что у евро есть какая-то поддержка на этих уровнях. Мы все эти уровни обозначили. На weekly отслеживаем потенциальную голову и плечи. Конечно, я этой фигуре пока еще не доверяю. Я это условно нарисовал, что здесь может нарисоваться левая голова и правое плечо. Но эта фигура, она не существует на данный момент. Надеюсь, это понятно. Это просто чисто теоретически. Я предположил, что при ускорении темпов роста в США и замедлении темпов роста в Европе может нарисоваться голова и плечи, и пара может вернуться в этот серый диапазон. Однако по последним индикаторам, которые мы видим у маркета, которые выходили, например, в конце прошлого месяца, первые их оценки, и сегодня вышло их, то есть на протяжении недели вышли их вторые оценки,
Кажется, что скорее всего здесь имеем право пойти в бок, просто расширить вот этот боковик, а не пойти вниз. Итак, на дневном таймфрейме, напоминаю, ключевые уровни. Две горизонтальные зеленые линии, которые я провел через свечу, которая сформировалась во время озвучивания параметров программы выкупа активов в Европе в начале 2015 года. На данный момент этот серый диапазон между вот этими двумя линиями, на мой взгляд, является наиболее оправданным с точки зрения фундамента для пары евро-доллар. То есть мы будем пытаться сюда входить. Однако вот она, ключевые уровни. H4 пунктир зеленый. 1.1550 это та самая-самая верхняя часть вот этой свечи от января 2015 года. Сейчас я это покажу. Вот она практически, эта свеча. 1.15, там 54 или 55. И, конечно, ключевое сопротивление, это, грубо говоря, вот эта красная зона, которая находится на уровне декабрьского заседания Федрезерва. Это уровень 1.1750, плюс-минус там несколько пипсов, то есть можно отталкиваться условно от этой предыдущей вершины. То есть здесь, если мы прикоснемся к этому красному уровню, то есть к этой красной линии, которая, грубо говоря, находится вот в этой зоне, и развернемся, то есть будет формироваться вершина на этом H4 таймфрейме, может быть, стоит предположить, что здесь мы снова вернемся к этой зеленой линии. То есть если будет какое-то вот такое движение, прикасаясь примерно к красной горизонтальной линии, при формировании разворота, может быть, стоит предположить, что мы снова практически как минимум опустимся до зеленого пунктира на данный момент. То есть я сохраняю свой пессимистичный, не медвежий взгляд по паре евро-доллар на данный момент. Однако на данный момент видно, что мы находимся в этой фазе отскока, то есть сигнала, в моем понимании, на продажу вообще на данный момент нет. На 30-минутном таймфрейме это то же самое. Вот видно вот это коррективное движение, которое в долларовом индексе также копируется. Движение вниз, коррекция, движение вниз, коррекция, движение вниз. Здесь практически сейчас идет вот эта коррекция. И когда она закончится, вот только в случае, если она, конечно, закончится, только в том случае можно предположить, что снова здесь может начаться движение вниз. Итак, у меня на этом все в паре евро-доллар. Давайте мы перейдем к фунту. Фунт на самом деле очень сильно коррелирует с парой евро-доллар. Та же самая ситуация и по свечам. Однако предыдущая свеча за месяц июнь в паре евро-доллар находится внутри движения за месяц май. А здесь практически видно, что локальная минимума или вот эта нижняя тень опустилась еще чуть ниже. То есть негативный настрой в паре фунт-доллар более или менее, то есть более заметен, чем в паре евро-доллар. Но, конечно, на всех остальных таймфреймах все то же самое. Череда weekly свечей, у которых практически минимумы и максимумы снижались, однако они настолько сомнительно снижались в последнее время, что это все говорило о том, что произойдет замедление снижения данной пары, и оно происходит. Хочу напомнить, что с точки зрения фундамента, если обратить внимание на индикаторы CIPC и IHS Market по британской экономике, они уже четко и ясно нам показали, что происходит отскок в британской экономике. Поэтому как и в паре евро-доллар, так и в паре фунт-доллар, с точки зрения фундамента, мы об этом еще в конце прошлого месяца говорили, появились первые такие надежные сигналы, свидетельствующие о том, что и происходит замедление снижения вот этих валютных пар евро-доллар и фунт-доллар. А так на H4 можно предположить, что вот они, две синие линии, которые соответствуют логике, которая есть в паре евро-доллар. Там, конечно, зеленые линии, а ключевая линия, красная горизонтальная линия, которая соответствует декабрьскому заседанию Федрезерва в паре фунт-доллар, находится в пределах 1.34, грубо говоря, 1.3390, 1.3304. На мой взгляд, если мы отскочим либо до красной линии, либо от вот этой линии тренда
если мы развернемся, как и в паре евро-доллар при формировании вершины, может быть, стоит рассмотреть маленькую сделку на продажу с целью тестирования заново вот эту предыдущую пару, ну, то же самое в паре евро-доллар, но на данный момент мы, если перейдем на 15-минутный тайм времени, даже лучше на 5-минутный здесь, четко ясно видно, что находимся в фазе коррекции, то есть вот они практически, вот эти линии, между которыми движется данная пара, то есть да, на более тяжелых таймфреймах я сохраняю свой негативный взгляд в паре фунт, доллар, евро, доллар, но на мелких таймфреймах нет ни малейшего сигнала, говорящий о развороте, то есть о снижении там евро и его снижении фунта. В паре доллар-франк я сохраняю свою сделку, конечно, она более такая среднесрочная или долгосрочная, предполагаю, что если в США не будет какого-либо форс-мажора, тем просто могут сохраниться как минимум на текущих уровнях или ускориться. В этом случае предполагаю, что спрос на актив убежище, такой как франк, будет снижаться. Мы будем идти вверх к уровням 1.02-1.04. На weekly делаем маленькую паузу, однако максимумы и минимумы обновляются у свечей на дневном таймфрейме. Вот она, зеленая ключевая горизонтальная линия, которую я здесь провел через декабрьское заседание Fed Reserve 2017 года. То есть та же самая логика, как и в паре евро-доллар и фунт-доллар. На H4 тестируем вот эту нижнюю часть нисходящего тренда, то есть линию тренда. Однако видно, что пока еще у этой пары нет сильного двигателя для роста. Почему? Потому что вот эта локальная вершина не обновила предыдущую. И, соответственно, здесь может быть, стоит предположить, что рисуется восходящий треугольник. Первая волна, вторая волна, третья волна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, почему я это говорю? Обычно на пятой или на шестой волне, если верить учебникам, должна практически модель продолжения тренда сработать в большинстве случаев. И, соответственно, вот когда мы по учебнику работаем, получится, что если при росте мы обновим вот эту зону, вот этих вершин, вот именно здесь можно подключаться и на покупку. Вот так практически написано в учебниках, что вот она, классическая эта модель, которая называется восходящим треугольником или фигурой продолжения тренда. Вот он, восходящий тренд, движение вниз-вверх, вниз-вверх, у которых впадины повышаются. Вот на этой волне, если мы сможем обновить вот эти вершины, тогда можно подключаться. Конечно, самый лучший случай, это когда, например, сверху вниз потом будут протестированы вот эти вершины, и когда график снова пойдет вверх, вот он практически самый такой правильный способ подключения к покупкам, когда вот эта вершина будет обновлена. Надеюсь, это понятно, это тоже практически самое, как и на шаблоне золота, который я нарисовал и открывал сделку. То есть здесь пока оптимистичный настрой у меня на более тяжелых таймфреймах сохраняется, однако видно, что на мелких таймфреймах мы просто тестируем вот эту нижнюю зону H4 восходящего тренда и, соответственно, пока еще сигнала, говорящего о том, что стоит заходить в рынок на покупку, пока еще нет. Доллар-иена. Очень скучная пара. Вы знаете, что хочу сказать? Я сразу озвучу свое мнение. Вот он, практически серый диапазон, который я взял на основе серого диапазона, который сформировался в предыдущем экономическом бизнес-цикле. То есть между dot-com кризисом и между глобальным финансовым кризисом. 50 уровень. Может быть, это один из самых оптимальных уровней для этой пары. 110-111. Тут и идет вероятность того, что сработает нисходящего движения. Однако, может быть, сработает восходящее, то есть сформируется симметричный треугольник. Мы находимся в самом-самом конце симметричного треугольника, то есть это самая сложная фаза для торговли, конечно, в этой паре на этом таймфрейме. Но я это показываю не с целью, чтобы там рассмотреть сделку на покупку или на продажу, а чтобы показать, что как будто нет никаких причин для того, чтобы подключаться к и покупкам, и к продажам, потому что мы находимся в таком, на таком перекрестке. На weekly, если перейти,
38, 60 уровень, череда свечей, у которых очень непонятная ситуация. Мы идем в бок, может быть, чуть повысимся. На дневном таймфрейме я же рисовал, дублировал вот эту зеленую зону. Мы ее в очередной раз протестировали в начале недели. Я предполагаю, что либо мы здесь будем идти в бок, и этот сэндвич свечей бычьих, медвежьих, которые просто будут идти в бок, продолжится на данный момент. Либо если в США ускорятся немножечко темп роста по новым прогнозам, посмотрим, что сегодня вечером моя часть маркет ISM нам покажет. Мы просто возобновим вот это восходящее движение, но в очень вялом виде. То есть в очень вялом виде. Я предполагаю, что не вот так пойдем вверх, а просто можем поменять даже немножечко угол вот этого движения вверх и просто растянуться, чтобы все время, практически в ближайшее время, вот эта впадина нас ограничивала. Но, конечно, здесь либо идем в бок, либо идем вверх. Не вижу причин для снижения этой пары. Также хочу сказать, смотрел сегодня я Танкан индикатор, который выходит ежеквартально. Они просто подтвердили те же самые прогнозы, которые Танкан делал, грубо говоря, в апреле. То есть 3 месяца ровно назад примерно. То есть не вижу причин для сильного роста японской иены, потому что в Танкане, если доверять Танкану, в Танкане нет какого-либо большого оптимизма по японской экономике на ближайшие 2-3 квартала. Также там нет пессимизма, индикаторы вполне приличные, указывают на вот этот нормальный такой экономический рост для Японии. Поэтому мне кажется, что здесь причин для сильного роста нет, но падение говорить не стоит. То есть либо в бок будем идти в таком хорошем расширенном боковике, либо медленными темпами зигзаг вверх. Пара доллар, канадский доллар. Ну, что могу сказать? Давайте сразу на weekly вспомним, что мы сформировали условную вершину верхней части восходящего движения. Это вполне было логично, потому что, во-первых, у этой свечи мы наблюдали, что максимум не обновлял предыдущий максимум. Плюс, когда я комментировал нефть, я всегда делал намеки, что, может быть, мы будем тестировать в нефти ту вершину, которая была вблизи 80 еще раз. То есть чисто психологически канадский доллар на фоне этого получает какую-то в краткосрочной перспективе психологическую поддержку. Также посмотрим, какие индикаторы выйдут по рынку труда завтра. Вот они могут сыграть важную роль для пары доллар-канадский доллар. Потому что одновременно выходит и американская, и канадская статистика. Если выйдет плохая статистика по Канаде и хорошая по США, обратно практически к линии тренда. То есть это, грубо говоря, сейчас мы найдем этот уровень. Это, грубо говоря, 1.33-1.33.5. Вполне вероятно, что на слабой статистике завтра по рынку труда в Канаде мы снова пойдем вверх. Таким образом, на H4 или на H1 здесь есть потенциал к тому, чтобы нарисовалось вот такое восходящее условно движение. Вот такое вот впадина, растянутая впадина, третья вершина, вершина. Однако, если там выйдет хорошая статистика по Канаде, вы знаете, я не исключаю и такой сценарий, что мы можем чуть глубже упасть, то есть канадец может чуть глубже надавить на доллар, попытаться пробить психологическую отметку в 1.30 и протестировать условно вот эти вот эту вершину, вот эту, которая находится там на уровне 1.29. То есть вполне вероятно и такой сценарий, если завтра выйдет хорошая статистика, потому что все-таки здесь восходящий тренд не отменится. Я в последнее время неоднократно говорил о потенциальных сделках, которые рассматриваю на фоне этих новостей. На данный момент здесь у меня нет никакой торговли, однако завтра в преддверии обзора в паре доллар-канадский доллар я озвучу, какую потенциальную сделку рассматриваю на фоне выхода статистики по США и по Канаде завтра в 15.30 по рынку труда. На данный момент просто видно, что на мелких таймфреймах идем в коррекции, то есть четко ясно формируется какая-то коррекция, может быть даже это нисходящий треугольник, но пока еще я здесь не торгую. Вот завтра практически в преддверии выхода важной статистики мы
обсудим более детально доллар, канадский доллар. Австралийские и новозеландские доллары, сделая такой обобщающий обзор по ним. Мы все знаем, что обе валютные пары находятся на 38 уровне внутри наших диапазонах. Вот он практически 38, отскок маленький вверх. То же самое в паре новозеландский доллар-доллар. 38, отскок вверх. Я дождусь до окончания этого отскока, либо в той валютной паре. Давайте мы здесь возьмем на H4 и покажу, что здесь идет нисходящий тренд. То есть, либо где-то вот здесь, если остановится пара, либо если отскок будет к линии нисходящего тренда, то есть это 50 уровень по Fibonacci, за счет которого будет протестирована в идеальном виде вот эта предыдущая впадина, вот тогда, если не будет каких-либо форс-мажоров США, я могу снова внутри H4 тренда открыть сделку на продажу на развороте и дождаться тестирования 38 уровня по Fibonacci или предыдущей впадины. Вот это я могу сделать. Жду практически, чтобы здесь выяснилась ситуация. Соответственно, ту же логику могу применить в паре новозеландский доллар-доллар. Буду следить, в какой паре более комфортные условия с точки зрения фундамента, свечей и так далее формируется. То есть отскок до 50 уровня, чтобы протестировалось вот это или вот эти впадины. И когда практически пара начнет разворачиваться, предполагая, что здесь может нарисоваться начало нисходящего движения, я просто здесь на развороте открою сделку на продажу. На данный момент нахожусь в ожидании. Итак, золото, инструмент, который активно обсуждаем в последнее время. 38 уровень по Fibonacci на фоне вот этого диапазона, который я рассматривал в прошлом году. Сейчас произошел отскок 50 или, грубо говоря, до 61 уровня по Fibonacci, то есть до уровня 1260-264 пытаемся подняться. Я продолжаю сохранять свою сделку на продажу. Напоминаю, что эту сделку я открывал мелкими объемами, хотя здесь H4, у меня был H1 объем, который я сделку совершил на фоне вот этого диапазона, выход, вот ту схему, которую мы уже много раз обсуждали. Напоминаю, что я был готов подключиться к вот такой сделке, то есть на обратном прорыве впадины вот этой, вот здесь, потому что на H1 в это время, если бы был прорыв вот этой предыдущей впадины, получилось, что срабатывает на H1 нисходящий тренд. Вот она вершина, вершина, третья растянутая, снова нисходящий тренд. На данный момент мы вчера, когда обсуждали график, мы находились здесь. Мы тестировали, грубо говоря, линию нисходящего тренда. Соответственно, мы пока сохраняемся в пределах нисходящего движения на H1. Я все-таки хочу сказать, что я закрыл часть своей сделки. То есть часть своей сделки я закрыл здесь, когда цена доходила до уровня 1262. Там 10 или 20. То есть не хватило несколько центов, чтобы закрыться по take-profit. Я тогда сказал, что вручную закрыл на 1262, грубо говоря, 30. То есть без 30 центов половину сделки. Вторую часть я сохранил, но из-за того, что вы помните, я здесь чуть раньше закрыл сделку, но 30 пипсов это даже на самом деле тот же самый уровень. Я сдвинул свой take profit на уровне, грубо говоря, с 1248 до 1240. Я его крутил иногда 42-38, то есть 1238, 1240, 1242, менял в зависимости от ситуации. Вот здесь моя эта позиция маленькая, эта вторая половина закрылась на этом падении. Конечно, не на этих самых низких уровнях, потому что вот здесь примерно, потому что в моем терминале даже были уровни 1233-1234. Но потом практически на этом отскоке, вблизи уровня 1250, я вот эту маленькую позицию переоткрыл. То есть я ее полностью сохранил, потому что продолжаем сохраняться в пределах нисходящего движения. Плюс я предполагаю, что на этот раз 61 уровень по Fibonacci может сработать в качестве сопротивления, как несколько раз в прошлом году. То есть вот этот уровень 1263 может сработать в качестве ограничителя для роста золота и обратного движения вниз. Вот на этом у меня все. А так, если, например, на H1 вспомнить, здесь идет нисходящее движение, может быть, на 5-минутном таймфрейме
произошел какой-то отскок, а сейчас идет движение вбок, то есть пока еще нет сигнала, указывающего на движение вниз. Однако здесь на 5-минутном таймфрейме, если нарисовать вот такое движение, я его только что заметил, потому что вот сейчас начинает практически формироваться вот эта яма, вот последние 1,5-2 часа. Хочу сказать, что в этом случае уже есть предпосылки к тому, чтобы на 5-минутном таймфрейме может построиться нисходящее движение, но это такой нестабильный таймфрейм, так что чисто в качестве индикатива его показываю. У меня на этом все, жду ваших конкретных вопросов по нашему обзору. Если они есть, пишите в чате. Если у кого-то есть вопросы по сегодняшнему обзору, пожалуйста, пишите в чате. Михаил Иванов пишет: большое спасибо за обзор. Вам также большое спасибо за ваше ежедневное присутствие. Гайдуков Владимир тоже написал: большое спасибо за обзор. Вам также спасибо за ваше присутствие. На самом деле, давно вас не видел. Может быть, у вас был отпуск или вы отдыхали определенное время от компьютера. Наноли тоже написала большое спасибо. Уванес. Да, все написали. Кирчев, Яни, Ирина, конечно. Соответственно, тогда нам пора прощаться. Еще раз хочу напомнить, в ближайшие 24 часа, на самом деле, по календарю нет важных событий. Артем пишет, давайте, Артем, прокомментирую ваш вопрос. Прокомментируйте данные по США. Давайте мы все-таки тогда откроем календарь просто. Я предполагаю, что вы меня спрашиваете по поводу ADP отчета. Я предполагаю, что вы меня спрашиваете по поводу вот этой статистики. Артем, пожалуйста, укажите данные по США. Какие? Просто первое, я их прокомментировал, что они, на мой взгляд, вышли в пределах ожиданий. 177 тысяч новых рабочих мест. Это в пределах ожиданий. Вы знаете, еще раньше... Может быть, это было в конце 2015 года, на протяжении 2016-2017. Тогда в это время, то есть последние 2-3 года, все время эксперты Федрезерва, а не только эксперты, экономисты, показывали в своих исследованиях, что вполне достаточно, чтобы в месяц создавалось от 80 до 120 тысяч новых рабочих мест, чтобы безработица в США сохранялась на низком уровне. То есть все, что выше 120 тысяч, это хорошее значение, на мой взгляд. Конечно, ADP отчет, он на данный момент вообще уже является почти незначимым, потому что это же такой метод прогнозирования какого-то значения, а в нашем случае число занятости в частном секторе в США, который основывается на какой-то базе данных за прошедшие несколько лет и просто генерирует на фоне вот этой динамики, которая наблюдалась на протяжении нескольких лет, каково будет значение показателя там в пятницу. То есть это не такое исследование, это не опрос, который, например, отправляется там компаниям, чтобы они заполнили какие-то формуляры и показали, каковы их ожидания по рынку труда, сколько новых человек они наняли в этом месяце, какие вакансии они закрыли. То есть это просто такая схема или метод, который просто на исторических данных генерирует будущее значение. Поэтому в краткосрочной перспективе вот эти значения могут быть достаточно хаотичными, то есть они могут сильно отличаться от значения, которое выйдет в пятницу, но в долгосрочной перспективе динамика у них практически общая, то есть для наблюдений и прогнозирования динамики занятости в США индикатор в такой среднесрочной и долгосрочной перспективе, индикатор достаточно полезен. Но мы все-таки должны понимать, что эти индикаторы, сама по себе занятость в США, она потеряла свою значимость для торговли на валютном рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе уже 2-3-4 года назад. То есть я это наблюдал, что ее значимость уже падает в 2014 году, в 2015,
уже почти незначительно влияла статистика по занятости в США. Конечно, во время публикации всегда возникает волатильность, но через определенное время она исчезает, и этот индикатор сильно не влияет на рынок. Так, Кац Роман пишет, веселин, но это уже не по нашей теме, но давайте я отвечу на ваш вопрос, потому что 10 минут есть, условно, до следующего обзора, потому что в этом кабинете и другие коллеги работают, и мне бы не хотелось, чтобы я их задерживал, чтобы трансляции начинались вовремя. Кац Роман пишет, веселин, вы действительно думаете, что биток может в будущем стоить 250-300 тысяч долларов? А почему вы решили именно меня спросить и озвучили вот эти уровни, Роман? Если можете, напишите в чате. А так, уважаемые зрители, наш обзор по валютному рынку закончился. Так что у меня на этом по валютному рынку все. Я просто отвечу на вопрос Романа про биткоин. И мы практически подходим к концу нашей трансляции. Если кому-то это интересно, или если это вам интересно, с удовольствием буду рад, если вы останетесь и услышите мой ответ. Так что жду вашего пояснения, Роман, почему вы решили именно меня спросить. Ну и в известной степени я понимаю, потому что я же тоже занимаюсь аналитикой по криптовалютам. А также почему именно уровни 250-300 тысяч долларов. А, мне статья попалась. Ну, я не знаю, про какую статью вы говорите. Просто в интернете есть очень много материалов, есть очень много статей. Каждый пишет свое видение. Соответственно, в этом нет ничего плохого. То есть у каждого собственное видение, собственные взгляды. Вы знаете, я просто зайду на сайт CoinMarketCap. И покажу, что по данному сайту на данный момент рыночная капитализация всего рынка, например, криптовалютного, ну условно всего, составляет примерно 274 миллиардов долларов. Я считаю, что, во-первых, этот рынок криптовалютный, ну тут много токенов, которые вообще не считаются криптовалютами, но на данный момент они попадают в это русло, просто их считают, что они являются криптовалютами. Этот весь рынок вот этих новых технологий, он очень перспективен. Я считаю, что через определенное время, когда это будет по времени, очень сложно сказать, может быть лет 10, может быть лет 15, может быть раньше, может быть позже, этот рынок будет как минимум 10 триллионов, а потом и больше. Тим Дрейпер, например, я комментировал, он говорит, что этот рынок и будет иметь капитализацию в 100 триллионов долларов. И это практически легко объясняется. И это не только он считает, а просто я даю пример, что известный миллиардер, политик, банкир, и не только он, заявил, что этот рынок будет иметь рыночную капитализацию в 100 триллионов долларов. Это вполне вероятно. Текущая денежная масса, которая крутится в мире, то есть если взять все евро, доллары, иены, юани и так далее, только их денежные агрегаты М2 или агрегаты в тех странах, которые соответствуют американскому агрегату по логике М2, практически находятся в пределах от 70 до 90 триллионов долларов. То есть по данным MarketWatch, думаю, что этот денежный агрегат М2 в мире на данный момент находится на уровне 90 триллионов долларов. То есть примерно через 10 лет, если добавить годовую инфляцию в 1.5% и увеличение денежной массы, точно там 100 триллионов долларов будет. И я уверен, что рынок новых технологий, по сути, рано или поздно должен быть как минимум сравняться с рынком каких-то ничем не обеспеченных там бумажек, которые образуют, надеюсь, понимаете, что имею в виду, все вот эти фиатные деньги, которые имеют рыночную капитализацию в 100 триллионов долларов. В этом случае практически, если биткоин сохранит свое лидерство, допустим, или будет среди лидеров, допустим, там через эти 10 лет условно, то вполне вероятно, что его рыночная капитализация дойдет до 10 триллионов. И мне кажется, что если он будет ключевой криптовалютой,
То есть, если другая криптовалюта с более хорошей технологией не появится, на данный момент пока еще альтернативы у биткоина нет, на данный момент или пока еще, если она появилась, не настолько заметно, то есть конкурента у биткоина такого видимого в обозримое будущее пока еще как будто нет. Будем следить за ситуацией, чтобы мы его не пропустили. Но хочу сказать, что если биткоин сохранит свое лидерство, он может практически в криптовалютном рынке занять ту роль, которую американский доллар занимает в валютном рынке, то есть быть ключевой валютой. И соответственно, если взять валютный рынок Forex со своими, допустим, M2 денежными агрегатами, у которых 100 триллионов долларов будет там через 10 лет, и перенесем эту логику на криптовалютный рынок, и биткоин будет долларом, условно, в кавычках, на этом рынке, его рыночная капитализация спокойно выровняется с денежным агрегатом М2 в США, а я предполагаю, что денежный агрегат М2 в США, который на данный момент находится в пределах около 14-15 триллионов долларов, через 10 лет будет примерно около 18-20 триллионов долларов. То есть тогда один биткоин может быть и будет стоить 1 миллион долларов. То есть это вполне вероятно. В американских долларах, говорю, какова будет уже покупательная способность доллара в это время, я не знаю. То есть имейте в виду, что доллар может очень сильно начать обесцениваться, и тогда 1 миллион долларов будет выражен в товарах намного меньше, чем сейчас. То есть не думайте, что доллар всегда будет... Вот вы знаете, я практически хочу вам сказать, что если вы посмотрите там 50-60 лет назад кусок пиццы, например, в Нью-Йорке стоил 8 центов, 12, сейчас кусок пиццы, например, стоит 8 долларов. То есть те доллары, которые были там 50-60 лет назад, они по покупательной способности были намного сильнее, чем те доллары, которые сейчас. Поэтому 1 миллион долларов там через 10-15-20 лет может быть в разы меньше, чем по покупательной способности сейчас. Но, безусловно, я полностью уверен, что этот криптовалютный рынок рано или поздно заменит валютный рынок. Это вопрос времени, когда. На данный момент возникает вопрос, почему это сейчас не происходит. Но это шаг... медленно происходит, однако биткоин столкнулся с проблемой масштабирования, она есть у эфириума, она есть частично даже у биткоин кэш, то есть и у лайткоина. У всех этих криптовалют в известной степени ситуация очень схожая. Вот пока программисты не решат эту проблему масштабирования у биткоина или у эфириума, или не появится другая криптовалюта, которая полностью покажет, что есть другой другой подход технический, который программисты, например, там как-нибудь составят, создадут, чтобы появилась криптовалюта на основе какой-то более новой технологии, которая может обрабатывать больше сделок, чтобы масштабирование решилось. Вот пока это не решится с масштабированием на крипторынке, мы долго можем находиться здесь в просадке на крипторынке и можем наблюдать значительно более низкие цены, которые, я не говорю, что сразу на следующей неделе, но в ближайшее время, чем те, которые мы сейчас видим по этим основным криптовалютам. Но в мире очень много умных людей, будет их, наверное, все больше. Человеческая цивилизация идет вперед, так что это вопрос времени, когда умный человек или группа умных людей, скорее всего, это будет группа умных людей, которые решат эту проблему масштабирования, и это решится, и этот крипторынок рано или поздно пойдет вверх, и он заменит фиатные деньги, потому что они намного менее эффективны, чем, например, эти криптовалюты, ключевые, надежные, имею в виду. Тут 90% из этих криптовалют, которые 11,5 тысяч, может быть, исчезнут через 10 лет, будут совсем другие или там другие такие, но те ключевые, и крипторынок, он будет идти вверх. Так, ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Соответственно, нам пора заканчивать. А вот те 250-300 тысяч долларов, которые многие озвучивают, это получается, если биткоин займет функцию золота на криптовалютном рынке. Просто на данный момент капитализация золота составляет примерно там 7-8 триллионов долларов. Если поделить 7 или 8 триллионов долларов на 20, грубо говоря, там миллионов биткоинов или на 21, получится, что один биткоин должен стоить 300 тысяч долларов или там 250 тысяч долларов, в зависимости от того, останется ли он
цифровым золотом или станет средством платежом в крипторынке. Вот как получаются эти числа. Иванов Михаил пишет, как только начнется новый кризис в США, большинство крупных игроков начнут переливать свой капитал в активы, убежища, в том числе и биткоины. Полностью с вами согласен. Вот я так вижу ситуацию. Рано или поздно, смотрите, и мы заканчиваем наш обзор. Рано или поздно в мире будут в нынешней финансовой системе кризисы. Она практически так построена, что она не может практически без кризиса существовать. Просто всегда происходят какие-то сбои, которые приводят к каким-то кризисам. Нынешняя вот эта финансовая, капиталистическая финансовая система. Кризис какой-то будет. Если к этому времени проблема масштабирования биткоина решится, деньги начнут перетекать в биткоины и в криптовалюты, и это будет уже начало такого крупного, солидный момент уже конца вот этих фиатных денег и нынешней финансовой системы. То есть потихонечку деньги в этот момент перетекут в криптовалюты, и все вот это, как доллары и так далее, исчезнет, ну или пойдет на пути исчезновения. Однако, если кризис произойдет в тот момент, в который пока еще у биткоина или у криптовалют не решилась проблема масштабирования, я не уверен, что деньги потекут в криптовалюты, потому что без решенной проблемы масштабирования на крипторынке эти криптовалюты не являются настолько перспективными, и поэтому будьте очень аккуратны, понимайте, что без решенной проблемы масштабирования все это здесь в основном одни мечты. Одни мечты, что они могут заменить деньги текущие. То есть например, если у биткоина не решится проблема масштабирования, это просто мечта, что биткоин заменит текущие деньги. Но я уверен для себя, что когда-нибудь это произойдет. Умные люди в этом мире эту проблему решат. Вопрос, когда это может произойти? Завтра, через год, через два, через три, через пять, через десять, через пятнадцать. Будем следить, но это произойдет. Итак, у меня на этом все. Пора заканчивать. Всем огромное спасибо за участие. Всем хорошего дня. И до завтра. С вами был Василий Петков, аналитик инвестиционной академии. Всем еще раз спасибо и удачи на финансовых рынках.